Идеальный десерт для твоей фигуры. Всего 98 калорий на 100 граммов лакомства. Ну а понравится такой даже капризным малышам. Понадобится творог, молоко, сахар, желатин и семена мака. Желатин раствори в молоке. Главное при этом не вскипяти смесь, а лишь осторожно нагрей. Отдельно смешай творог и сахар. Всыпай мак. Кстати, тут лучше всего использовать мягкий творог, но можно и как этот, зерненый. Дальше смешиваем все ингредиенты вместе. Это легко сделать венчиком. Десерт раскладываем по креманкам или формочкам, отправляем в холодильник на пару часов. Если нравится еще более нежная консистенция десерта, то можно добавить меньше желатина. Идеально для завтрака и полезно.